Два человека погибли, еще двое получили сильные телесные повреждения в результате падения с американских горок в Мехико. Трагедия произошла в парке развлечений Лафирия Чапультепек. Пострадавших лечат в больнице. Тела погибших унесли с места происшествия. Теперь это в руках следователей, и они уже выясняют, что и как произошло, кто несет за это ответственность и как теперь будут здесь обстоять дела. В этот день посетителей в парке было больше обычного. Здесь проходила ярмарка. По словам очевидцев, последняя вагонетка состава сошла с рельсов, когда тот заходил на мертвую петлю и упала с 10-метровой высоты. Погибшие молодые парень и девушка. Я видела, как упала последняя вагонетка. До этого никаких необычных звуков не было. Состав сделал несколько кругов, и потом это произошло. Шестерым из посетителей, которые невольно стали свидетелями трагедии, потребовалась помощь психологов. На время работы следователей парк развлечений закрыли. Досрочные выборы в Австрии укрепили позиции консерваторов. Австрийская народная партия Себастьяна Курца уверенно победила, получив более 38% голосов избирателей. Это означает, что канцлер снова займет высший пост и в ближайшее время сформирует новое правительство. Если честно, это удивительный результат. Я очень благодарен. Это исторический день для Австрийской народной партии. Мы благодарны людям нашей страны за поддержку. Теперь мы всеми силами будем служить Австрийской республике. Прекрасно, удивительно. Мы столько агитировали за Себастьяна, чтобы он снова стал канцлером. Удивительно, это результат мечты. На втором месте оказалась социал-демократическая партия Австрии. У нее 21,5% голосов. Это худший результат для этой политической силы со времен окончания Второй мировой войны. Крайне правая австрийская партия «Свобода» заняла третье место, ухудшив свои позиции. У нее чуть более 17%. Именно она до голосования состояла в коалиции с австрийской народной партией Себастьяна Курца. Однако бывший лидер этой политической силы и экс-вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе оказался замешанным в нескольких коррупционных скандалах. Это и привело к отставке правительства и объявлению досрочных выборов. Теперь же главный вопрос заключается в том, кого Себастьян Курц выберет в качестве партнера по коалиции. Он, несмотря на скандал, может вернуться к австрийской партии «Свободы». Также есть предположение, что он может объединиться с «зелеными», которые заняли неожиданное четвертое место, вернувшись в парламент. На предыдущих выборах они не смогли преодолеть минимального барьера. Себастьян Курц сообщил, что уже начинает переговоры. Этот бездомный 73-летний мужчина живет в Гонконге с 11 лет. Приехал с Филиппин. В последнее время он участвует в антиправительственных протестах, которые уже несколько месяцев проходят в этом специальном административном районе Китая. Он говорит, что обстановка в городе стала ухудшаться с 1997 года, когда он перестал быть британской колонией и его передали под управление КНР. Место возле станции метро «Принц Эдвард» стало одной из многих горячих точек. На стенах здесь вешают надписи, в которых протестующие ругают нынешнюю главу администрации Гонконга Кэрри Лам, а также полицию, которая применяет чрезмерную силу. Это власти виноваты в том, что предложили этот закон об экстрадиции и создали в Гонконге хаос. А теперь они поддерживают эту черную полицию, которая нарушает закон и избивает людей. Она осознанно нарушает закон. Это бандиты. Лоу приходят, чтобы поддержать молодежь. Да, я прихожу сюда каждый день, чтобы помогать студентам и защищать детей. Они добьются успеха, если им помогут, поскольку нынешние законы и правила плохие. Я каждый день здесь, чтобы отстаивать справедливость и защищать Гонконг. Тем временем в Гонконге готовятся к чувствительной для китайской компартии дате. 1 октября отметят 70-летие основания Китайской Народной Республики. Местная администрация пытается избежать ситуации, которые представили бы Пекин в плохом свете. На улицах продолжается уборка. Между тем, жители региона говорят, что протесты необходимы. Вначале протесты были очень мирными, однако когда полиция начала применять чрезмерную силу, все протестующие стали вести себя более агрессивно. Хотя радикальные меры считаются плохими, нам нужно именно это, если мы хотим свергнуть режим. А это когда-нибудь произойдет.
Жители региона недовольны растущим влиянием Пекина. В 1997 году Гонконг передали под управление КНР по принципу «одна страна, две системы». То есть городу обещали широкую автономию. Протесты продолжаются уже четвертый месяц. А поводом стало намерение администрации ввести закон об экстрадиции, который бы позволил высылать подозреваемых для суда в материковый Китай. В 2014 году здесь также вспыхнули масштабные протесты. Тогда люди требовали предоставить им право самим выбирать главу региона, однако к их призывам не прислушались. Протесты в минувшие выходные сопровождались ожесточенными стычками. Полиция применила водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Муса Мото – 23-летний артист театра танца в Йоханнесбурге. Готовится к выступлению. Костыль на заднем плане – не реквизит. С помощью него Муса ходит и танцует. В детстве он мечтал стать футболистом и даже подавал надежды. Но в 11 лет из-за рака мальчику по колено ампутировали левую ногу. Эту особенность Муса превратил в изюминку своей танцевальной партии. Костыль не стал бременем, а превратился в элемент танца. Я влюблен в музыку. Поначалу я был диджеем, потом это переросло в танцы. Друзья учили меня танцевать во время вечеринок, а потом я взялся за это серьезно. Спектакль о жизни в одной из деревень ЮАР во время перехода страны от апартеида к демократии. Муса выступает на равных с остальными артистами, хотя присоединился к труппе всего год назад. У него одна из главных ролей, хореография учитывает его особенности. Если обычные танцоры могут выполнить какое-то движение за 2 секунды, у меня это займет 10 секунд. Разница только в этом. В остальном я идеален. Зрители замечают особенность Мусы далеко не сразу. Не сразу замечаю, что он на костылях. Когда я наконец заметила их, вырвалось «не может быть». Так что его танец не про костыли, он потрясающий танцор. Удивительно видеть что-то подобное. На самом деле я была в шоке. Такого нигде не увидишь. Просто вау, какой он удивительный. Такой активный, он потрясающий. Муса также выступает с речами, вдохновляя людей с ограниченными возможностями получать новые навыки, невзирая на социальные предрассудки. Скоро юноша поедет в Нью-Йорк, где продолжит танцевальную карьеру. Британский ритейлер игрушек Хэмлис уже готовится к Рождеству. Недавно он представил топ-10 игрушек, которые в этом году оказались самыми популярными среди детей. Мероприятие устроили в крупнейшем лондонском универмаге сети. На него пригласили детей и их родителей. На входе всех встречали сани Санта-Клауса и механические олени. Тренд этого года – коммуникация, использование технологий в игрушках и связь игрушек с онлайн-миром. Среди самых популярных в этом году оказались интерактивные игрушки «Скраф-Алуф». Они изображают бедных бездомных животных, за которыми нужно ухаживать и проявлять к ним заботу. Игрушка приходит в виде шарика с грустными глазами. Если его помыть, то игрушка разворачивается. Затем ее нужно высушить и причесать. Когда ей холодно, игрушка чихает и дрожит. Она пушистая, еще мне нравятся блестящие ушки. А эта указка умеет писать в воздухе. Правда, увидеть это можно только благодаря специальному приложению. Получается веселая игра. Вы пишете или рисуете, а другие угадывают, что это такое. Да, у нас сильный онлайн-бизнес, но он не позволяет ощутить то же, что и при посещении магазина. Вот в чем разница. Люди приходят сюда за ощущениями. Это весело, всегда что-то происходит. Например, кому-то из детей просто хочется немного пошалить. Больше всего нравится змея. Она везде ползает, можно пугать людей. Сегодня многие игрушки подразумевают использование телефонов или планшетов. Но не всем родителям это нравится. Для таких предлагают вот таких милых животных. Они ездят по тому маршруту, который предварительно запрограммирует ребенок.